Всем привет, друзья, с вами Вадим 2К Хаус, мы играем в новую версию War of the Races, ее хостит создатель карты, не знаю, что там как, причем он не играет, он сидит в апсах и смотрит, как мы нубим. Мы играем Шадоштормом и Кексом, надеюсь, это лучшие игроки War of the Races в нашей конфе. Yes, так и есть. Серьезная битва. Вы сделаете несколько грейдов на атаку, которые вот у вас подешевле, чтобы пушить более-менее на линии? Естественно. Я уже сделал, у меня уже второй грейд научно сделать, со второй нудря все будет делать. Потом броню сделаю, когда они в центре как раз будут. А, у меня уже сделался... Лол. У меня уже сделался грейд на золото, я могу его еще раз улучшить без тир 2. Но я еще тогда качну, я пока героя не делаю, конечно, я отстаю в плане героев, но зато... Зато потом, короче, у меня будет много золота. Ну, потому что герой все равно, блин, ты его строишь рано, ничего особо, честно говоря, как кажется, что не добиваешься. Потому что герой очень быстро прокачивается дальше. Каждый левелов очень много, каждый левел, видимо, там в процентах от предыдущего. И то есть там с 15 на 16 это все равно, что с 1 по 10, ну, условно говоря. Поэтому быстрый выход героя, ну, не такой клевый. Если бы вот как-то эта ситуация изменилась, то, может быть, бы, ну, имело бы смысл прям супер рашить героя. А так, не знаю. Но очень долго делается грейт на инком. У меня первый грейт на инком, походу, в этой пассивке делается, я так понял. А слушай, а имеет смысл качать кузницу сразу же? Потому что она дает инком, типа, перманентный. Я думаю, можно разок качнуть. Ну, давайте я свою кузницу качну. Давай. А вы еще какую-нибудь кузницу качните? Есть? А нету больше. Нет. У меня кузнец нет. А вот рудник есть, рудник качни. Не, рудники не качаются. Рудники не качаются, черт. Сейчас, получается, у меня супер поздний герой будет. Не знаю, чем... Потому что я всегда играл через супер быстрого героя. Давай я второй левел кузницы делаю. Будет это, смысл? Это же дорого, мы, может, сейчас на чьей-то линии получим еще кузницу? На моей линии кузница, да, по-моему? Нет, на Shadowstorm. А они дают, когда владеешь или навсегда здесь что-то переделывают? Навсегда. Не, когда, ну, когда владеешь должно быть, нет? Не, ну, момент, именно сапом, играет. Который... Так, подожди, а где еще у Shadowstorm, да, кузница? Да. Shadow, ты пушишь там? Ты красавчик. Да, потихонечку. Ну, я отбился, типа, чуть лучше, чем он. У меня 2 юнита осталось, у него 0 с той волны. Хотя у него ближники, типа, и смысл в том, что... Хотя у меня фокус хороший. Я его ломаю тут, пока бараки я не грейжу, буду грейдить, наверное, главное здание, все хорошо. Я делаю фулл грейды первые, чтобы пушить линии. Ну, сильно много грейдов-то не надо. Не, ну я работаю по старой тактике, которую раньше использовал. Максимальные грейды в начале, а потом герои, все. А, ну окей. Ну просто я сделал несколько грейдов, у меня все прекрасно. Ну хотя у него 3-1 грейды, лол. Я ну видишь, мы как долго сражались за Булмай. Не понимаю, почему он огребает. И быстро бараки грейдить не надо. В первую очередь, мне кажется, нужно главное здание делать, если ты и так пушишь. Да. Для того, чтобы не подфиживать противников. Тоже правда. Это мне кажется. Блин, жалко нельзя дерево добыть. Все пассивки бы сделал. Офигевает с того, что я 3-3 сделал сразу же. Я вот не знаю, делать ли мне еще за 600 голды качать, ну, качнуть инком, я не знаю. 30 голды получается. А инком здесь раз в минуту или раз в 30 секунд? Раз в минуту. Продень пишется? Да, Goldmine. Вон, ну, время блин, пишется. Так это получается грейд за 20 минут окупается только, лол. Ну, нормально. Не знаю, ладно, последний грейд на армор. Ладно, качаю, грейд на инком качаю, все нормально. Но он реально окупится через 20 чертовых, блин, минут. Так мы тут играем по часу. А ну ладно. Окупаться. Ну да, потом-то в плюс, в принципе, треть игры работает. Чем раньше делать, тем быстрее окупится. 10 голден кома разве стоит того, чтобы хапать? Ну это 30 голден кома получается. Но этот получается тоже 20 минут. Через 20 минут уже окупается. Фигня какая-то, да. Мне кажется, я не буду этого делать. Лишь ну, okay. 600 бабла. Не знаю, сейчас у них герой уже появится, а у нас нифига нет. А чувак сделал 2-1. Блин, чувак очень сильно загрейдил на моей линии. Я могу огрести. Но я тогда сейчас сделаю все-таки барак в первую очередь, для того, чтобы не огребать. Тем более Bounty Knight, они типа улучшаются от моих грейдов. Я думаю, парень просто в шоке с того, что я 3-3 грейда делаю. Но зато у меня рудник будет, он не скоро отхватит. Мы будем в плюсе по инкому. Сейчас этот покажет инком, посмотрим. Типа, верхняя сторона пока наша. Офигеть. То есть он вообще против тебя не делал грейдов? Для дальних? Он делает. Не, я кекса говорю. Кекса просто... Так у меня тоже нет. Ну, у нас сейчас плюс 55 на каждого человека. То есть 165 получается инкома
в минуту у нас в плюсе. Не знаю, насколько это круто. У меня, блин, армор 270 стоит. У меня столько денег нету. Ну я сейчас единственный рудник, блин, отдаю. Отстойно. Думаешь, не стоит все-таки апать барак сначала, а этот, если я пушу, хорошо. Если может, если 3D-грейды сделаешь, если то... пушишь и доходишь до него, то мне кажется, что не стоит. То есть, ну, типа, ты подфиживаешь просто юнитами. Мне кажется, хорошо. Просто лучше держать... А, блин, я рудник потерял. Отстой. Чувак сейчас ко мне придет, но с другой стороны, может, я башню отдам, получу деньги. У нас уже кто-то герой может это делать? Типа, деньги? Ничего нет. Нормально, сейчас кек захватит рудник. Я, конечно, проиграю рудник, но, может, я сейчас чуть башни проиграю. Блин, я не помню, как хорошая. Я не успею. 3, 2, 1. О, я успел, офигеть. Красавчик. Ну, все равно мы в плюсе по инкому, это хорошо. Плюс еще у меня личный мой инком делается вот этот. Блин, он делается минуты 3 грейд. Что-то как-то чувак переборщил чутка, мне кажется. Нет, он апнул барак, и я апаю барак, все. И когда уже чел ко мне придет, убьет мне башню или что-нибудь там. Ну, 3 грейды пока не делает. Я хорошо. Достаточно долго, блин, ну, то есть у меня супер поздний герой, то что реально я сделал кузницу, я улучшил, получается, сделал 2 грейда на инком, я, получается, там больше 1600 голды, я просто потратил мимо, еще, короче, на грейды, я где-то 2000 голды не в героя вложился, раньше я прям все-все-все в героя. Блин, видишь, вот это синее на миникарте, зеленое точнее, ну. Это вот моя билка хила выпала, но она выпала противника, а не союзником. Нормально. Ну, она же все равно не хиляет противников. Ну да, но просто хотелось бы, чтобы она мне помогала. Ну не повезло. Ладно. Да, хотелось бы, да. Следующий левел обилки 750 стоит, блин, а тоже 30-ку дает дополнительно. Ну вот мы в плюсе по инкому из-за того, что, к примеру, я не отдам свой пока еще рудник тоже. Ну скоро. Две линии наши, да, плюс мы улучшили кузницы, мне кажется, все хорошо. То есть вряд ли мы сейчас прям проиграем, а любой такой инком... На протяжении игры. Тебе бы все-таки сделать грейд, 3 грейд, это броня, я имею в виду. Потому что он тебя сейчас будет пушить. Но у меня броня 270 стоит. Пусть он мне сейчас несет башню, я быстро построю героя, и тогда он уже перестанет меня пушить. А, ну не после героя, да. Но мне, правда, на героя еще надо 1500 сверху, потому что я на кузницу подхочу. Он второй бараков, но у него 2 коня. У меня почти 2000. 2 коня, это страшно. Но пока у них нет героев. Прикольно вообще, герой... создать карту, сидишь спокойно в овцах, смотришь, как люди в нее играют. Но чел какой-то на английском меня спросил, типа, ты стримишь или что? Да-да. Интересно, но не автор карты. А как так, он? Что, тир 2 у меня есть, но я, блин, хочется башню отдать, если честно. Как думаешь, почему он тебя спросил? Я думаю, что просто он знает, но... Блин, ну я сейчас это, я не потеряю башню, отстой. Хочется потерять башню, типа там да, 600, сколько-нибудь это... голды, и это ускорит производство моего героя, и тогда я наоборот его отпушу. А я блин, кого мне брать, интересно? А кто у тебя? Ну, танк, интеллект и... Ну, какие физик. Типа, какие названия? Рокхан, ну вот этот, Шадохантер. Шадохантер очень сильный. И Малак. Рокхан хорош тем, что кексит там, да? Да, давай, давай его, Рокхану давай. Хил и хекс, очень мощный он. Окей. А у меня, наверное, какой-нибудь этот, который связывает. Забыл. А, нет, он не... Он хилит? Не хексит. Okay. Он не хексит. Он ставит вард какой-то и баунс. У него. Типа как у Хантрески. Отскок? Пол. Да. А что еще? Хороший, у других хороший. Героев какие обилки? О, у второго хекс есть. Я помню, что Рохан хороший все равно. А также АУЕ... И аура замедление. Рохан же хилит? Рохан хилит, да. И а Рохан, у второго хекс. Меня и хил, жесть. Меня больно бьет, я понял. Ну вот я не знаю, можем попробовать сыграть по приколу убийства героев. У меня есть какой-то минак с типа этот, с баунти хантером, когда убиваешь. Давай, мне нужно уже уговорить. Ну давай, давай, бери чувака с хексом, попробуем херокилить как-нибудь. Чего, 9 голды мне не хватает убить кого-то. Мне чуть больше не хватает. Но сейчас я попробую взять... Я всегда брал чувака с АУЕшкой. Сейчас попробую, ну, взять херокиллера. Может, что-нибудь из этого хорошего пушного выйдет. Я сделал третий барак, начал отпушивать на линии. Единственный чувак чуть в плюсе по голде. Но если я захвачу рудник, все будет хорошо. Шадоу, давай тащи, алло. Да, этот... Да без всяких да, делаю. Просто тащи. Так, 58. О, найс. Все, я заказал героя. Шадоу, ты заказал? Скоро, мне 1000 голды надо еще. 500.
Я без понятия, кого брать. Fan of Nice, Into Teleport, Shadow Strike, Vengeance. А, кстати, у меня у Witch Doctor хил, Healing Wave могут быть. Еще и плюс тотемы, варды, хиляющие. Так, вообще у меня тут... Shockwave у обычных юнитов получается. А, increase Shockwave damage, но это... Получается, нужно все-таки после того, как ты сделаешь Shockwave, качать эту штуку, важный. Мне, наверное, маевку надо делать, да. Она серьезная. Ну давайте, да, реально попробуем, типа, убивать героев. Кстати, ни у кого героев до сих пор еще нет, по крайней мере, я на карте их не вижу. И сейчас я... А, ну все, я, кстати, рудник захватил, я сейчас могу сразу бежать к Shadowstorm, как-то помогать ему. Давай. Мне тоже бежать лучше к Shadowstorm, да? Ну, главное... Ну, помоги немного, бежать, мне кажется. Да. Помоги немножко. Я сейчас уже сам буду отбиваться, я просто еще один этот апну себе, барак, и все. Он так, у меня инвиз и отравленный кинжал. Он до сих пор не сделал грейды большими, поэтому я должен его выносить. Проклятие. Баунти Хантер. Меня бьют. А это не меня. Так, я рейндж, но у меня очень, очень маленькая дальность атаки получается. Вы купите сапоги обязательно вот здесь, первыми, чтобы КД был. Нужно. Да-да-да, идите туда. Они уже сломали, да? Да, они уже сломали. Вот вы медленные. Шучу, ладно. Как ты понял? А, да, видно. Блин, ну, значит, они купили уже, наверное. Да-да, конечно, не купили. Ну, значит, пофиг тогда, можно отдефать рудник. Вон уже четвертый. Ой, у него серьезно, я забыл, что у него эта штука. Я очень сильный герой у центрального. Противный. Че там, я рудник сломаю? Не знаю. Я сдал бы сломать, ладно, лучше юнитов ломать. А да. Где их герои ходят, я не понимаю. А вот, ну вот первого левела герой. Еще по центру есть он. Да, да. Ну я прям пушу человека. Славненько. Так, тогда нужен не армор. Так, это будет Ctrl 5 и армор. Это будет Ctrl 6. Все башни потом. Вы можете попробовать убить его. А, да, он сапога купил с этой зелькой неуязвимости, чтобы убежать, если надо будет. Обидно, обидно. Блин, надо побольше смотрите, рудников держать. Сейчас мы нижний КД захватим, потом надо еще как-то средний будет захватить, все будет прям хорошо у нас. КД обуви, посмотрите. А, тут этот чувак нас. Может, наконец-то я... Конечно, убиваем. Ой, он не уяд использовал, ну хорошо. Да-да-да, он же... Ну, все. Так это же он потратил деньги. Давайте в центр. Да-да. Так, а здесь что, они проход сломали, а сколько там сейчас КД, блин, КД еще долгий. 50. Неуяз 250 стоит, а, он одноразовый? Да. А хилки 3, лучше хилки тогда покупать, наверное. Аккуратно. Что там с обуви, сколько КД обуви? КД еще где-то треть осталось. И мне как-то... Пойдем в центр, помощь, надо помочь. И ты, кстати, раненый сильный, Кекс. Давайте наверх сходим на хил, за хилом после рудника я центрального. Так... А там ну, сзади да. Чувак, здесь нет героя? Ну, может быть, и может убить Кекса, потом Кекс, не иди туда. Так, ну я, короче, схожу, просто похиляюсь пока. Можем похиляться, я думаю, трэш уже сходить. Да-да-да. Все будет нормально, блин. Вот хил. О, видите, как на фулл хп уже захилил. Ну, мана тоже, да, парень там. А где они вообще? Где их герои? Что-то я не понимаю. Вон его герой. Ну, он дальник, да? Обидно. У меня хекс еще есть у этих вичи-докторов тоже. Хекс. О, вон он. Давай, я сейчас ворвусь. Он сейчас сильнее меня, я побачу его, чтобы он за мной бегал. Да блин. А, без ботинок. Рудник отхватил. Сейчас я за ботинками схожу. Да-да-да, не дайте ему вторые купить, он пошел вторые покупать. Или нет, он набегает от меня. Аккуратно только надо. А где их герои, непонятно. Не делают. Видимо, хотят его запать. Но опыт один получается сейчас. Так, все, я купил ботинки, они такие дорогие, пипец. 750. Очень дорого. Да, они дорогие, но они того стоят. Да понятно, нравится, он просто от нас взял и убежал, гад. Да. Раньше стоили. Блин, а у меня есть доп юнит или нет? Могу найти. Да. Ну вроде были. Я что-то не вижу, если честно. Сетка есть. Ну, поймать сетку. Текс, а что он там отпушивает, что ли? И такие у него игры сильные. Текс, что, еще делаем арморку?
Ну, наверное, можно качнуть еще инком, блин, она когда-нибудь купится. А где их герои, я не могу понять. Нет, опыт не продает. Не может, опыт просто зарабатывает пока что. О, у меня, кстати, ульта это замедляет, замораживает на 3 секунды. И урон наносит. Так, ну все рудники наши, это круто. Я, честно говоря, не знаю, что они ждут. Но мы, если что, с мортирной таворкой играем. Я думаю, если построим ее, мы не будем как с теми пуськами играть. Типа, без этого, без того. Ой-ой-ой. Я бы как бы с пушком нормально. А кто огребает так? Вы от юнита? Я на мастерстве поредения. Ты хиллера взял? Так. Так не, он другой. Нет. Ну что ты такой нудбас? Ну говорю, возьми хиллера. Да не, хекс. Я ему сказал, возьми хекс. Только этот хекс, убить. Фигня. Хекс по сравнению с змейками хилом, который вообще мне мана не регенится. Хрень полная. Идите к фон... Идемте к фонтану. Это ман реген, он зданием ман реген улучшает. А, ну да. Тогда нормально. Потому что он, конечно, да. Я не понимаю, где их герои. Ну, раз игра, походу, затягивается, можно еще в кузницу улучшить, там, я не знаю, кого-нибудь есть. Я не знаю, где герои. Ну, давай я улучшу. У них единственный герой, это пока вот этот. Ну, демоны его качают. Может, у них титаны какие-нибудь ранние пойдут, я не знаю, мы можем что-то сделать против ранних титанов? Сомневаюсь, титаны будут ранние. Надо дать башенки, разве что. Хотя, может, это стратегия играть через одного героя. Надо его гасить, значит, чтобы он... Ну, забавно, у них реально героев нигде нет, они отдали нам все рудники. Мы качнули еще кузницы, я качнул... Линии подраться, наверное. Инком. Лэйте, конечно, все хорошо будет. У нас 170 инкома, плюс у меня еще личный инком 120. Ну, плюс 170. Вот этот молниеносный чувак на базе. Очень странные ребята, если честно. Но нельзя сбрасывать их со счетов, учитывая, что мы-то, блин, не играем особо в эту карту, а здесь могут быть какие-то задроты адские. Я же говорю, стратегия через одного героя, скорее всего, есть. Типа, что он один опыт получает. Так и чё, смысл? Не знаю. О, сейчас получается у меня пассивка, когда мы убиваем героев. Да, Fan of Nice, конечно, у меня пока слабовато. Когда мы убиваем героев, то я получаю деньги и атаку. Но, блин, они не строят героев. Классно. Интересная стратегия. Контракт. Но, с другой стороны, я не против. Обилки, это точно. У меня, ну, блин, у меня, правда, да, у меня херокиллер, конечно. А то есть, получается, они могут контру какую-нибудь построить нашим героям, так как строят их поздно. Но здесь реально есть в карте такая... Проблем. А можем еще кузницу запать, я не знаю. Сейчас... Не знаю, проблем. Я еще кузницу запаю. Ну, игра, судя по всему, будет очень долгой, поэтому любой какой-то дополнительный инком, мне кажется, будет в тему. Давай, я тоже. А, ты. А, ну можно на моей линии. За 900, да, я сейчас подкреплю. Лол. Я, блин, отравленными кинжалами в крипов кидаюсь уже от нечего делать. Очень какие-то непонятные стратегии. Лучше что команды, блин. Не, чем-то немного мало. Так мы возле фонтана стоим. Да, тоже правильно. Бараки только пока не грейдите, ребят. Делайте грейды, бараки не грейдите. Делайте хорошие грейды всем юнитам. В башнях смотрите, что у вас есть сильного, но бараки пока не надо. А я уже качал на максимум медведей. А, нет, качаю. Ну, главное, то есть не подфиживать их дополнительными юнитами. Ого, у чувака 23 грейда, лол. Ну, это синий, да. Вот он против тебя, что-то он бешеный какой-то реально. Ну, не знаю, он при этом огребает. Единственное, у меня загрейжен чуть барак, конечно. Проблема в том, что когда они сделают героев, они будут настолько низкоуровневые, что мы будем ломать напополам. Надеюсь. Думать. Мне бы, конечно, вейв сделать. У меня, получается, магия очень сильная. Аккуратно только Shadow Storm, там уже... Я знаю. Не. Я знаю, я поэтому Vengeance поставил, чтобы он танчил. А я притворялся якобы, что я дурачок, который подойду близко. Ты прям, главное, не переиграй сам себя. Смотри. Да-да. Ком? Какая скиллуха невероятная. Эх, жалко, он не провязал. Единственное, реально, блин, мы плохо, что их подфиживаем сильными бараками. Они вообще, что ли, на первых бараках сидят, или что? Нет, у меня парень сидит на вторых бараках. А, ну все ладно. Вторые. А все вторые? Но у меня только один третий, остальные первые, и я при этом пушу.
Не знаю, можно будет как подкопить денег и потом резко сделать какие-нибудь бараки, например, и построить мортирную таверку. Или, ну, или на одной линии как-то их пропушить, я даже не знаю. Блин, не получается немножко то, что я хотел. Хотел, чтобы он все-таки потратил стан. Опа! Я думаю, они все-таки не настолько глупые. Опа. Ну да, у чувака третий барак. Блин, я не понимаю, честно говоря, что они хотят. Может, они просто нубасы, а мы, короче, тут что-то какие-то брейн-геймсы тут устроили. Нет, они нубасы, они явно знают, как играть. Не, ну хотя, не знаю, если человек не строит героя, он либо совсем-совсем нубас, либо он какой-то вообще слишком умный. Ну, по идее, если у нас херокиллеры, и мы прокачаемся более-менее, то мы должны их убивать. Ну, типа, на изи. Они как выйдут первого левела, но они будут башни обнимать, получается. Надо будет как-то попытаться с мортирой их сломать, что ли, на одной из линий. Не, не знаю, они не приходят. Я сейчас в Тир-3 пойду и сделаю вейвы, что ли, ну, типа, магов улучшу. Блин, я не могу пока скакать с линии на линию. Очень жаль. По сути, у нас реально два варианта. Либо из-за того, что у нас преимущество в инкоме, нам очень долго сидеть, либо попытаться их как-то жестко сломать. Ну, я предлагаю все-таки инкомное преимущество сохранять и не слишком пушить там стараться. Ну окей, можно тогда просто по баракам у нас примерно паритет, деньги мы одинаково получаем. По инкому, соответственно, мы в плюсе, плюс 190. Ну, 600 голды мы получаем больше каждую волну. Плюс еще я 120 дополнительно. То есть там 710 голды. Ну я до сих пор удивлен, что они героев не строят. Это очень странно. Герои сильные. Кстати, рискованно, вроде уже на второй елочке бьет. Стан. Попробую забайтесь. Они все равно не... Страшно. Что, конечно, слишком скилловый для этой игры. Ага. Не, ну смешно взять херокиллера, а противники тебя законтрят через стол. Они такие, оп, попал там, нашел. Кого ты? Если у них, если у противников нет героев, тебе никого и не убить. Забавно. Ой, он уже четвертый барак сделал. Походу они реально в титанов идут. Ребят, может мы первые в титанов выйдем? Не-не-не, титаны отстой. Ну, в смысле, титанов главное задефать, не сдохнуть от титанов. Главное тот, на кого идут титан, во-первых, качнуть. Ну, объединяться там, да. Качнуть это, ХП зданием очень важно в бараке за 500. Там да, плюс 35% это ХП, плюс 5 армора, это очень много. Это обязательно надо качать, потому что они могут тоже помогать ломать здание вроде. Нет? Я путаю. Чего? Ну, в смысле, я имею в виду, что титан очень жестко бьет здание, а защита их увеличивает за счет армора почти в два раза там. Рды обязательно, конечно. Ну, больше, чем в полтора раза. Да-да. Так. Не знаю. Нет друидов, один друид. Я не знаю, стоит ли качать. А, это ботинки надо купить. Да, купите ботинки. Я не понимаю, что с ними не так. Чего они делают? А что вот сейчас, блин, а не видно, Shadow Storm, что там у твоего противника? Что за бараки у него? У него грифоны уже, шестая атака. У него четвертый грифон, у него четвертый барак один есть, я же говорил. Это жесть какая-то. Так, ну я что вот уже сейчас делаю вейв. Вейв у меня ультимативный, потому что он улучшается. Я его улучшил плюс 100 дэмэджа, как бы. То есть получается 75 дэмэджа плюс 100 дэмэджа. Очень неплохо в целом. Но, блин. У него 16 левел, видишь, он со всех собирает опыт. Ну и чё, типа, если честно. Если он выйдет, мы его сразу убьем. Уже как же маны не хватает? У меня все заклинания, они же ману требуют. Все одну бинки. Алду мне, пожалуйста. Так а зачем тебе мана-то? Просто стой, что-то делай. Ну, я кастую в этих ауешную обилку. Ты что-то там огребаешь, чуть крипы тебя не убили, что происходит? Ну там не было союзных крипов, был только я. Я ульту юзнул, и мы дрались. Как чемпионы. Ну главное, чтобы они нас жестко не пропушили. А, во-во-во, он ворвал. Он тут, блин. Далеко, я не успел. А там уже конец линии? Ну вот, тебя сейчас убьют. Убегай, убегай. Молодец, тут живой. Ой. Так а что, я хилку заюзал? Блин. Да. Не получается нас херокилить. Ну, можно, да, можно бас. Come to me. Окей. Okay. О боже мой.
Так, блин, так долго этот вейв делается вонючий. Так, а здесь что? Я не знаю, блин, я боюсь сильно отстать по баракам, если честно. Я предлагаю всем сделать один грейд на ХП зданием, на всякий случай все-таки. Окей. Без проблем. Забавно. Так у него получается тир 3, видишь? Так у меня тоже. Я тоже тир 3 сделал, потому что у меня очень сильно это... Он идет меня убивать, хелп! Ладно, я шучу, я бачу его. Давай, с разворота, молодецка. А, он увидел. Да он такой быстрый. Да, а чё? Да, мой герой собрался кидать даггер и остановился просто. Ого, он ваншотит. Тонул, что ли? Че, я пошел на базу. на фонтан. Дим, на баз. Ну ладно, делаю. Так не, а чё, у меня хилка есть, что есть, у меня есть не убьёт. А, нормально, я шучу. Не знаю, как это бред они творят вообще. Они думают, что титаны им выиграют игру. Да, ну главное качните все хпшку один раз хотя бы. Да-да, я уже в процессе. Не, ну если они вообще без героя будут играть, я не против, потому что герой, ну все равно что-то из себя представляет. Он как бы 1000 стоит всего-то и помогает на каждом лайне, так что. Ну, то есть, да, тут за косарь, ну, не сильно много мы потратили. I am hero, да. Он за всех, я открыл, что они играют через одного героя. Такое возможно. Поторопись. Блин, я реально поторопился. Может отменить грейд на 1000 голды, где он тут? Где этот грейд? Кекса, ты сделал хп зданием хотя бы? Да, конечно. Ой, там что-то наверху он меня пушит, ну и сейчас можно и отпушить. А если он будет, получается, подходить, то мы, надеюсь, втроем-то его загасим все-таки. Плохая идея. О, найс, у меня уже юниты вейвы начали кидать по 175 голды, неплохо. По 175 голды, лол, по 175 голды. Я пушу свой лайн подчистую, но я ничего не ставлю. Вон, у него пятый тир барак есть один. А че я огребаю? О, я умираю! Аккуратно, шаду, герой. Я только сейчас увидел. О! А яд убивает! Яд убивает! Отбивает. Ого, это крипы так бьют? Ядом, да? Я не... Крипы убивают ядом. Яд, забыл, что яд убивает. Здесь яд так работает. Офигеть, а что это? В Варкрафте никогда... Яд убивает. Вадим, все очень просто. Да блин, не, у меня-то хилка была, но просто я думал, сейчас я на одном хп подойду к фонтану, как обычно в Варкрафте, блин. Гады. Гаденыши. Дети, у меня уже 7-5 грейда, а у моего чувака на линии 5. Пожалуй, мне тоже надо грейды делать. На милишников. О, у меня у чувака на милишников 9-7 грейды, лол. Там обязательно же большой грейд, чтобы титаном сделать. А как там количество грейдов открыть? Не помню. Sorry, I don't remember. Ого! Ого! Ай, блин, я не успел. Ну, бас. Че такое? Я да тоже сдох от яда, офигеть. Офигеть, ребята, блин, так нельзя. Блин, они катапульты засылают. Ребята, начинайте грейдить бараки как-то жестко. Серьезно? Вкладывайтесь в грейды бараков. Грейд бараков, которые типа прочность дают, имеется. Нет, просто сами бараки грейдить. Иначе мы просто сейчас они нас пушат, блин, этими всякими катапультами вонючими. Ну ладно. Просто уже фидить не страшно, как бы. Они, я так понял, сейчас пробив уже играют, но у нас по деньгам огромнейшее преимущество. Потому что у них бараки быть, выше, да. Инком у нас больше. Так что... Все деньги сейчас грейдите бараки свои. И героев не отдаем, ребята. 9-7, ё-моё. Да, надо, короче, это... Надо собраться. Да, где-то здесь. Ну, я, честно говоря, не знал, что есть вообще такая стратегия вообще без героев играть. Но она очень странная, на самом деле. Герой как бы на каждой линии помогает. Я не знаю, на что они рассчитывают, но то, что один герой сможет все отдефать, а потом они резко накопятся, сомневаюсь. Ну, короче, сейчас мы не жадничаем и строим реально бараки и пушим их. Ну, точнее, не проигрываем им на линии. Они сейчас попытаются одну из линий массой катапульт вместе с титаном пробить. И вот мы должны... Я не знаю, как они собираются это провернуть. Не верю. Смотри, яд стакается на тебе, да? На мне? Сейчас я сам прокачаю до пятого, он офигеет.
Хотя, может, всех до третьего качнут. Ладно, всех до третьего качнут. До третьего? Ну, магов там надо как-то загрейдить хорошо. Да-да, и мне... Я вот думаю, до третьего качну уже. Герои бегают, вообще не понимают, что делать. Помогите мне на линии, они скоро дойдут до этих. И здесь тоже надо помочь. Ну я давайте у себя, а вы вдвоем идите. Окей. У меня сейчас... А, о, здесь этот чел. Где? У меня на линии. Но он отошел. Видишь, он типа нас по левелу обгоняет конкретно. Ну и обгоняет, и пусть что у него там. Там у нас есть, все есть. Единственное, блин, мы не можем сейчас под юнитами. Но я сейчас юнитов своих... Я сейчас бараки чуть улучшил. Блин, яд какой-то бешеный вообще. Да-да. Должен он как-то да-да. По героям чуть-чуть меньше, мне кажется. Да, может, блин, сейчас сдохну даже. Я думаю, что я все равно дефую свою линию, все будет хорошо. Сейчас я за 1500 еще сделаю грейд, у меня будут еще маги. С большим количеством магов, ну, с критической массой магов все должно быть хорошо. Это же правда. Реально, единственный раз сыграл через херокиллера, так нету героев. Ну, не знаю, рудник-то все равно наш. Нет, отбиваюсь, когда. Можно еще ультануть. Я не знаю, если у всех будет третий тир. Главное, ну, хилочка. Да? Хилочка, конечно, не вовремя, а не там, но что поделать. Или не сможем. Откуда у тебя столько маны? Почему? А, ну то, что я силач, да. Силач, у которого все четыре обилки прожимные. Класс. Ну, как бы, как и в оригинале. А, не то лапкач был. Я не помню, мне кажется, мой все-таки не силач. На лавкач, да? Да. Мой лавкач, конечно. Просто переделали здесь. Умные, якобы. О, герой. Ой, не знаю. Чака был. Может, мы тоже загрейдим бараки 5-5? Так грейдите бараки, я грейжу. У нас сейчас все хорошо. Сейчас нам не грейдите страшно. Грейдите бараки, у самого 3-3-2. Так я с того момента все деньги вкладываю в бараки. Я не фидил своего противника. Сейчас я вижу, что они скоро будут пытаться нас пробить, поэтому я грейжу бараки. Мы долго сидели на слабом бараке. Они, конечно, забавные, я все равно не понимаю. Ну, сейчас мы увидим. Либо их стратегия фигня, и мы выиграем хорошо, либо не фигня, и мы увидим новую стратегию, что тоже, в принципе, интересно. Я просто, в принципе, не верю, что один герой может вытянуть троих и на всех трех линиях. Не, никак. Он быстрый, типа, больше левел, но у нас трое. Как ни странно, у нас должно быть в три раза больше этого. Да ё-моё, что так больно? Бешеный, не знаю, у моего коня больше дамаги, чем у моего героя, если честно. Поэтому я не уверен, конечно, что мой герой... Яд настакивается бешено. Просто. Да, он кайтит на их юнит. Ну, он я пушу как бешеный опять. Красавчик, мы очень сильно обвиняем. Я все равно не понимаю, где их титаны? Они же уже должны быть. У меня, кстати, четвертый тир же, ну, катапульты, они милишники. Лоу, в смысле? Да? Я сделал так, пассивку эту выбрал. Милишники типа вместо батлсмена, да? Батлмаста. Батлмаста очень сильная, да? Нет, сейчас же последний. Катапульты на пятом тире, они на четвертом. Катапульты, да. Я путаю, что? Заменяю. Забавно, что мы с абсолютно другими людьми играем, а стратегия еще более терпильная, чем у тех. Да. Не, ну у тех был имбовый блейдмастер, который сильнее трех героев, как бы, а тут... Этот у них тоже сильный герой. Но он один. Не верю, что один что-то может. Трикстер. Два трикстера. Ультануть, что ли? Да нет, не буду ультовать здесь. Октар, Огар. Мы еще что-то захватили. Не, ну кони у меня бешеные, они еще не уяз периодически включают. Я не знаю, может сейчас чуть остановиться в производстве бараков. Я, честно говоря, не знаю, какие бараки мы противника. Можно в мерчанте посмотреть, что там есть хорошее. А вон чувак есть тут. Ну, противник мой. Лучше не подходи, Вадим. Ну, я кинул кинжал и ушел. А то, что ему, кстати, довольно забавно, что нам даже эффективнее ему ману выжигать. Будь осторожен, он может все-таки тебя закатить. Он тебя сейчас может убить, да? А, у тебя инвиз. Да, у меня пофиг, инвиз, да. Я забыл. Так, ну, наверное, сейчас я чуть-чуть грейды поделаю, что ли.
Ну, такие дорогие грейды. Ну, я, у меня суперлейтовая пассивка. То есть, у меня есть очень много левелов грейдов. Добавляется. Поторопись. В том числе, я пошел на свою, ну, в том числе линию, инком, и в том числе атака всякая у меня добавляется. Я пошел на свою линию дефать. Может, мы можем взорвать? У вас есть у кого-нибудь третий тир? Да? Нет, кстати. Делайте третий тир. Давай. Ну, может, они думают, что они просто взорвут, типа, когда дойдут до нас. Ну, делайте третий тир главного здания, мы взорвем, вот, например, по центру у чувака верхний барак второго левела. Давай. Если думаешь, того, кто героя, надо разорвать первым? На нафиг. Блин, яд какой-то вообще бешеный, если честно. Яд противный. Все, убегаем. Нет, ну у меня герой как крип, и то он крипам, в принципе, иногда один на один почти проигрывает. Штан скилл. Ну, в принципе, как и в жизни. Я как крип. Ну, типа, герой особо ж не отличается от обычного человека. Знаю. Или то уже философия. Возможно. Но если взять какие-нибудь там... Не знаю, средние века, где какой-нибудь там всадник на рыцаре мог победить там 50 простых чуваков, потому что, блин, он в доспехах и практически неуязвим. И если он не дает себя стащить с лошади, то типа всем жопа. Ну, если люди умные, тупо строят баррикадку, и хер он конем. Ну, обычно им не самые, наверное, умные люди противостояли в целом. В принципе, убить коня довольно просто. В ногу хотя бы одного человека кинуть, хер конь уже этот. Человека кинуть? Ну, если 3 крестьянина раскачиваются и кидаются. Ну, я имею в виду реально, просто протаранить коня. Гениальный план, но может кто-то помрет. Блин, я понял, у них стратегия, чтобы нам стало скучно, мы забили на игру, обсуждали, как таранить коней крестьянами. Реально? Ну, ё-моё, это же правда. А чё-то на медиане скопились. Да. Ладно, я... Смотри, Вадим, показывай фокус. Давай фокус. Блин. Фак, не работает. Что-то фокус твой какой-то, это факир был пьян. Скучный. 500 ренджа все еще, блин. Так, делайте третий тир бараков, взорвем им какой-нибудь барак. Так, что у него, у чувака тут четвертый барак, а дальше не видно, блин, нифига. Да. Ты же сказал делать базу. Базу делайте, да, а что я... Ну все делайте. Ну базу, мне кажется, надо сделать, чтобы сделать последний спел магом, например. Mm-hmm. Всяко. Блин, меня застанили. Я, короче, прибегаю, даю 4 обилки, убегаю. Прибегаю, даю 4 обилки, убегаю. Интересно, у синего столько же грейдов, сколько и у меня. Каким, блин, образом? Ну, правда, у меня, может, грейдит. Дорогие. У тебя не должны быть дорогие грейды. Но у него же нет героя, к примеру. Он сосредоточился на безумии. А, ну, во-первых, да, я же еще героя один раз воскрешал. Из-за яда этого тупого. Плюс я еще затаривал героя. Но все равно, блин, этот герой у меня есть, и никто его не... Не отнимет. О, что-то у меня внизу проблем. Или нет? А, ты там дефаешь? Спасибо, Кекс. Спасибо, Кекс. Ты заикаться пожалуйста. Начал. Пожалуйста. От твоего великолепия. А что за локтар у них какой-то появляется? Блин, да хватит меня отравлять. Они типа орки же. Локтар. Локтар угар! Не, ну что это он им дает, я имею в виду. Скорее всего, хилит, я не знаю. Не, я бесполезен. У меня тир 3 есть уже. А Shadow Storm у тебя есть? Да, давно. Я уже грейды делал за тир 3. Ставить. Так, ну тогда надо будет сейчас, как мы к кому-нибудь подойдем, что-нибудь им сломать, ну какой-нибудь барак. Ага. У кого или сейчас толпа скопится? Только не делайте грейды пока тогда в главном здании. Угу. Ох, погоди секунду. Сейчас я сделаю один. Давайте самому сильному. Я считаю, что самый сильный у них сейчас синий. Да нет, в смысле, надо самый лоу-левельный барак ломать. У кого нет грейдов. Изучите, кстати, пожалуйста, у кого нет грейдов, у вашего противника есть грейды или нет на ХП здания. Потому что если у кого-то есть грейды, то их фиг сломаешь вообще. А, на ХП здание? Да. Окей, я попробую. Я уже заждалась. Окей, мы можем стрелять, да? Да. 1000 урона. Звучит неплохо. 1000, да? Блин, а как? Сколько там? Ну вот, получается, у меня... А, так лол, 1000, это же вообще... это. О, у них герой вышел первый левел. Где? О, идем. Идем ломать его. Внизу? Ну, посередине.
Так, сейчас кто-нибудь из нас сейчас подойдет к врагам, нет? Ты в инвизе должен его уничтожить. Ты же инвизный. Иди в центр, ломай его. Пока он не смог. Давай нижнюю линию. Мне же на помощь с нижней линией. Не, ну если он хотя бы чуть-чуть нас наглеет, сразу убиваем его. Да, они сделали два рейда у меня на бароке. Да? Блин. Угу. А у кого-нибудь, у Shadow Storm мы сейчас пропушим, нет? Не знаю. Пробуем. Они прямо у рудника у него, ну? Сейчас, может, я пропушу, я не знаю. Прямо у рудника, не знаю. Ну, в плане, типа, идти долго еще. Идти долго. Это правда. Уже как больно от этих катапульт. Надо бегать по кругу, чтобы они по мне не попадали. Блин, это отравляет меня, Казбина. Блин, сейчас стохну от этого яда. Дичь какая-то. Я не умираю уже? Я согласен, полная дичь. Офигеть, я хилку прожал, иначе я бы сдох. А-а-а. Что за а? Ты чему-то удивился и надо до кого-то дойти и прожать на него одновременно всем выстрелы. Понятно. Ну а что, мы когда-нибудь до кого-нибудь дойдем? Ну я только дохожу, видимо. И красный. А сколько хп у барака твоего чувака? Барак я, кстати, не видел. У меня на линии сильный контест, так что мне тяжеловато сейчас. Я сейчас не дойду. Ни до кого, боюсь. Ну я сейчас бараки буду грейдить. У меня уже почти все... Один тир 4, остальные тир 5. Офигеть, катапульты, конечно, больно делают. Мне, наверное, тоже надо катапульты. У меня сейчас будут уже. У меня тут герои вышли немного. Такое. Ну ты не сможешь подойти, они не подойдут просто. Они даже за сапогом не сбегают, они не хотят деньги на это тратить. Да, ну, короче, блин, нормально. Я ульту потратил. Какую ульту? А, она замораживалку? Просто... Блин, есть шанс его убить, нет? Нет, нету. Не такой медленный, жалко очень. Так, ну все, у меня сейчас тоже 1/5 и 2/4. Слушайте, а меня отбивают там, нифига. А, лол, мне тролли пришли на помощь. Тролли пришли на помощь, мем. Альянс, ура. О, сейчас я дойду, ребят, готовимся смотреть, что там. Ну я походу не пройду. Блин, барак не видно. А, о, видно. У него 3200 хп, мы не сможем. А, тогда не хватит, да. Ну давайте, помогите мне отбить тогда. Ну го, я тогда на низ пошел. У тебя тролли там еще помогают, и что? Да, но этого мало. Сильный враг, сильный. Типа... Сильный. Катапульты, больно. Окей. Так, ну все, тогда сейчас надо даже все пятые бараки все-таки сделать. Они сейчас просто делают титана и много катапульт. Но титан первого левела, по идее, это слабо. Мы должны убивать их апнутыми крипами спокойно, да. Я его буду в хексе держать постоянно. Титан на него же... А, на нового титана действует заклинание. Так, готовимся. Блин, а у меня... Я уже прожал. Ульту? Не, у него... Не. Прожал, имею в виду, готов нажимать. А, блин, у него... Мы никого не сможем, они все сделали для этого. Нам надо, чтобы прям спушить башни. О, вот давайте второй... Сделайте все второй грейд на здание. Второй грейд уже сделан. Второй грейд на броню здания, потому что, видите, со вторым грейдом как раз не хватает. У меня уже есть второй грейд. Второй грейд уже есть. Ну, пик-кекс тогда ты сделай второй грейд. Я сделаю. А вон чел, если блин, что, титан апается, пипец. Чел там, но он, скорее всего, сейчас отпушит, гад. Блин, я до сих пор даже башни не снес. Жестко. Так а чё, и пофиг. Не, ну мы все еще в плюсе по инкому. Во-первых, мы персональный инком, во-вторых, 190 инкома на каждого человека, каждый тик. Угу. Нервный. Да, по логике вещей мы должны побеждать. Жалко, что титан уязвим к магии. Уязвим, по-моему, в этой версии? Не. Ну, мой нет. Тебе титан идет? Да, я же 5 раз сказал. Блин, ну, до меня долго доходит. А ты убежал, да, еще? Да, я убежал, блин. Я говорю, помогите загасить его, по-бурому. Кстати, не сильно-сильный, вроде. Но он когда апнется, проблемы-то будут. Ну давай, я подхожу. У меня герой идет, герой бежит, меня сейчас убьют. Вадим, останови его, замедли. Я его хексил. Да он в километре вообще. А, все, ну ладно.
Страшно? Очень. Угу. Это на тебе ультат его. Отходи. Ой-ой-ой-ой. Отходи. Ой-ой-ой. Катапульт, катапульт там много, миллион вообще. Да. У меня тоже есть катапульта? Да не, ну что, 4 катапульта больше. Ёпарасоте, они чё? Просто выносят нафиг. Они, да, катапульт. Они все жизни снесли сразу тебе. Че там про катапульты сказал? У Вадима было фулл хп, стало 25%. Не, от одного залпа, жесткий, так конечно, сказать. Да. Отходи, Кекс, помрешь еще. Вон, тебя одно попадание по хп сносит. Если что, юнит мгновенно спавнится. Хорошо. Я чуть-чуть катапультом заслал. Пол титана уже нет. Не знаю, мы же тоже можем титана вызвать. Я, о чем они думают? Я не знаю, титан все дороже и дороже с каждым разом, черт его знает. Ну можно их хотя там попробовать, я не знаю, но сейчас они меня запушат, я вот могу вызвать титана, конечно, вот к моменту этого пуша. Нужно карты как-то убить аккуратненько. Вот. Там новые... Подожди, а первый призыв титана что, бесплатный? Нет. Там просто цена написана именно в описании. Вроде как. Блин, ну я стреляю по нему, конечно, но я такой убийца. Сейчас чел меня запушит, я могу на отпуше построить титана. Если денег хватит. Ну, я сдолбался этого титана бить, конечно. Ой-ой. Не захватили эти рудники все. Ага. Ну я сейчас этот, зато титана вызову на своей линии, и он очень хорошо прокачается. Блин, у меня герой вообще непонятный. Чё толку-то? Стоит, стреляет что-то. Как... Ну реально крип. Крип, которым можно управлять, блин. Всегда надо подхиливать тебя, козлина. Ну, титану минус. Так, а чё там, блин? Орки меня пушат, но медленно. Я сейчас как раз, в принципе, успею более-менее сделать титана. Так, а где реально написано первая цена? 2500. Так. Ну да, сейчас орки будут подходить. Я тогда сейчас сделаю титана. А, он мгновенно ставится. Лол. Титан строится мгновенно. Сейчас тогда орки захватят у меня рудник. Будут подходить. И мой титан вместе с толпой юнитов. Надеюсь, их... Я кайчу, я катапульт. Да, да, рановато вышел титан. Ну, что поделать. А где мой титан-то вообще? Да вон он уже пришел. Просто проблема в том, что его надо на отбивку ждать, чтобы опыта побольше заработал. Ну вон тут, блин, сейчас он орк-то. Ну, маловато по сравнению с тем, что пришло на базу к коричневому. А. Ну просто спасибо. Сильно больше-то не будет, у меня тоже юниты сильные. Ну, блин, да, меня опять правда остановили. Это 9-9, что ли, я не пойму. Твой титан нагребает. Да, я вижу. Просто от юнитов мобилками. Конечно, юниты сильнее. Толпой. Поэтому нам надо его прикрывать. Я построил несколько катапульт. Ой, а ты сейчас кекс, ты очень дохлый. Рискуешь, да. Так, откуда? Блин. Катапульта тебя убила. Ты просто стоял на месте. Пьянь. Так я не могу двигаться, там меня что-то корни чешу. А ну да, еще может станешь эти маги. Блин, я 4-го левела, титан какой-то у меня бомжатский. Ой, тут конь! Давай этого попробуем убить. Выйди в тень. Стой, не атакуй его, погоди. Дай отбежать. А, ты уже напал? Да. А, ну он, ну, бац, окей, он умер. Вот это давай этого попытаться. Гасить. Да. Он убегает. Ну все, ладно, пусть. Блин, да ну титан мой, конечно, надо, вообще надо, антикрасавчик надо какой-то. Надо закидывать мобилку, смотри, он под юнитами. Вадим, ну где ты? Да я ушел, я лоу. Ты меня кинул, да? Понятно. 500 хп. Ну, ладно, мы я же говорю, я ухожу, у меня 500 хп. Сейчас, да, главное, мы выгнали его от титана, и это уже хорошо, чтобы титан чуть прокачивался. Хотя бы 10-й хочу получить.
Я вовремя ульт поставил. Ну, он что-то бомжатский, конечно, у меня титан какой-то. Вот, по-моему, этот титан нормально, магия нормально атакует или нет, что-то такое. Ну, кому хотя бы 10-го левела, если достигнет, уже хорошо. В принципе, не так далек. Вот. Не, ну, как только трал будет выходить, я его в соло гашу на изи. Офигеть, катапульты отбивают просто с огромным перевесом урона. Мне же на помощь на моей линии, там кто-то хилом накинул, я не знаю. Ну, я побегу, конечно. Ой, тут катапульт миллион, как бы не сдохнуть. Фига у них там хилеров. Так, я, короче, катапульты кайчу. Это правильно. Спасибо, ну поздно. Уже не помогает. Ладно, я их куда-нибудь уведу. Да, вот. Они на мид пошли. Нормально. Йо! Они вплотную атакуют. Да, неожиданно. Чё-то вообще, зачем менять вот эти устоявшиеся механики Варкрафта, что, блин, осадные юниты не атакуют вплотную, яд не убивает. Зачем это менять? Сволочь, потому что. Дичь какая. Лол. Практически согласен. Стандарт ВЦ-3 мех. Вайс. Кстати, серый вышел. ЮАР, это аж создатель? Да. Он вышел. А, он еще и вышел, блин. Я ему пишу гневные сообщения, а он еще и ливнул, гад. Жесть, просто деньги в никуда, просто из-за того, что... Ну да. Не знаю по количеству игреков. Насколько я прав или не прав? Один Y, просто много R. А кто сдох? Меня, кстати, титан попушили. А, это мой титан сдох. Но он 11 левел, так же, как у чувака. Меня что-то пушит под этот, под жопу, так сказать, очень сильно. Ну, можешь титана тоже попробовать качнуть, поправить. Да? Они будут подходить. У тебя есть деньги? Сколько он стоит, я не понимаю. 2500. В принципе, есть. Ну, в принципе, есть, это хорошо. Сейчас они накопятся. Хотя нет, отбиваются. Ну, я типа 1-1 размениваюсь, но он что-то ближе к моей части, конечно. У него грейды чуть получше. Да, явно. Так, я тогда буду сейчас катапульт грейдить им атаку и грейдить им скорость атаки, чтобы они вообще были бешеные. Что, вызывать мне, да, его? Не знаю, ну дефайся. Давай вызову. Хотя у тебя юнит... Ёб просто! Офигеть! Хотя нет, я не откажусь от денег. По 1250. Ну, смотри, сразу грейды пошли. Просто меня опять катапульты тут ломают. Катапульты бешеные, конечно. Главное сейчас, короче, не теряем своих стандартных героев. Все будет окей, надеюсь. Так, и что, надо делать атаку. Ого, чел меня опять отпушивает. Я не понимаю, что, как. Как он меня так отпушивает? Ну, грыды у тебя какие? Максимальные? У него 9-9, все. У тебя 6-я броня, а у него 9-я. Понимаешь? Поживучий сволочь. Не знаю, что, еще раз титана, что ли, сделать? Блин, у них уже инкома больше, у них типа рудников что ли больше? Ну, мой ну не все равно, мы пока в плюсе, надо отбиваться просто. Я не очень понимаю, что сейчас, мне вот, ну, титана реально вызвать через минуту как раз хватит. Ну да, как раз там толпа, наверное. Уже как долго делается улучшение, это мама. Как долго оно делается? Ну вот это. Ну, я сейчас делаю адский атак спид для катапульт. Кстати, если я сейчас накоплюсь так, что мы сможем хотя бы дойти, хотя бы разок барак ударить, может, два этими... Блин, у меня магия в итоге вейвами убивает всех орков. И, походу, у меня сейчас титан не нужен. Надо хиллеров убивать, я понял. Хиллеры вообще жесть творят. Может быть... Все, я убил хиллеров. Так, пойду похилюсь быстро. А синий проходит, да? Вообще без Б? Жесть. Поторопись.
Да синий, не знаю, у меня иногда проходит, иногда получается у меня... Надо, я сейчас к тебе на помощь приду, давай драться дальше. Что-то кекс, у тебя 38 грейдов, алло. Куда ну, бабку тратишь? Да. У меня 41, я не особо далеко ушел. Я грейжусь сейчас по КД просто. Вы сейчас главное не огрести, а сколько... У тебя есть здесь деньги на 4, это? 4, 3. Сейчас понял. Юниты выйдут уже. Да, придется. Тебе нельзя дать ударить по пороку, дать. Не знаю, я заюзал эту фигню, потому что ну, у меня ладно, мана фул все равно. Тоже правда, да, нормально тоже. А то да, а то они сейчас ударят по бараку, полетит их фигня. Хотя бы, и... да, один удар по бараку и смерть. Будет не очень. А movement speed моим юнитам нужен вообще? Давайте, давай, они, блин, ребята, они катят нашего этого, надо помочь. Кого? Давайте попробуем запушить с моим этим. Давай. Блин, сейчас я тут... Они вызовут тоже, наверное, сейчас под моего этого вызовут Тана. Кстати, о, у меня тоже Титан пошел на моей линии. Да, это понятно, но они... Что, блин, они сейчас могут стомбу сделать. Кстати, у меня Хилин Вар. Они стомбу сделают, и все. Да, Титан. Титан против Титана, ребят. И они помогают своему Титану, а мы нет. Ну да, блин. Да я не знаю, может туда ворваться, но они тогда билку заюзают героями. Ну они, да, они мне Титана убивают сразу. У меня Хилин Вар... хилит в процентах. Он будет хилять Титана моего? Не знаю, там антимагия, наверное. Бумс. Бежит на меня герой. Отходи. Давай раскать. Давай, вот сейчас его. Блин, жалко, что катапульт его не загрел. А блин, вон там Архимаг, было... что ли? Там Архимаг. Да. Антонидас. Я закастовал все, что мог в Антонидаса. Бить его. Давай, бей. Убивай. Не, отходите, у него не есть. Ну нафиг. Один удар. Жесть вообще. Просто писец, Титан, вся жизнь перед глазами. Пот просто, у нас какой-то потные файты, реально, что за жесть. Ну у них появился Антонидас, мы можем его килять, я-то его на изи убью, если без поддержки Титана. Надо вот Титана убить здесь, и потом у меня Титана. У меня еще Камара так периодически, блин. Посмотрите, сколько там катапульт. Дичь! Сейчас Shadow Storm будут пытаться убить. Ну, Shadow, тебе надо, получается, будет второй спелл заюзать очень грамотно. Так, чтобы тебе... Это легко. Кекс, ты готовься хилять ему барак. Ему да, как только проатакуют барак, давайте первый кекс хиляет, второй хиляет Shadow. Хорошо? Хорошо. Окей. Если будут бить. Йопернитеатр, меня сносят, все. А, хилять тебя, Вадим, понял? Да. Хиляйте меня. Я хильну. А, не, тебе не надо там. Надо было хилять. Там было за 3000. Все, нормально. А, меня убили, кстати, лол. Да я только на секунду отвернулся. Ты вышел. Меня убили! А, сори. А где я сдох? Вышли. Я не выходил, это, честно. Забито. Я стоял на этом. Жесть, я на секунду отвлекся, меня убивали, и я героя потерял. Это плохо. Ой, пипец, реально. Но зато у меня сейчас герой 12 левел. А у нас Титан идет посередине и снизу. Да. Ну, блин, вот бы они одновременно пришли, и мы с Томпом вообще всех три линии убили бы. Ну, я свою линию сейчас с Титаном отпушу-то. А, ты Титана сделал? Ага. Понял. А, блин, мне сломали башню, в которой 1000 лет грейд делал, блин. Ага. Блин, что-то орки какие-то сильные, я не понимаю. Ну, у меня, конечно, чуть меньше грейдов на армор. Ну да, у меня 7 грейдов всего надо. Но они просто меня уносят, блин. Вот здесь сейчас, конечно, жопа. И здесь жопа, да? Не, вы там убиваете. Мне сейчас герой выйдет. Сейчас, получается, кекс, ты можешь, что ли, Титан потом сделать как-нибудь? Ну, могу, как бы, да. А он может даже не дойти до меня, у меня сильные юниты такие. А. Ну, я магов и катапульт доспавнил, я надеюсь, что сейчас толпой все там приму. 3000 голды теперь стоит Титан, да? А я его не поставлю никак. ТЦ можешь написать, посмотреть, как стоит. Ребят, помогите немного на моей линии. Снизу? Мне сейчас, а, мне тебе сейчас же вынесло, сейчас это, да, хилять нужно. Готовься, я сейчас там может помогу. Этот сделать? Сейчас сделаю. Том-то. Оп. Все, минус мне хелп нужен. Будет, я первый, не всех убило, что? А это его вызванные юниты, видимо, какие-то. А, блин, он юнитов призывал. Так, жестко. Ты призови в бараках, бараках. Ребята, я похилял, я похилял. Шадошторм, в бараках призови. Я призывал. Ребята, они мне сломали. О, все. Я мне герой делался.
Блин. Сейчас будут выпендриваться, скриньте. Лол. Не, ну короче, блин, мне не нравится, во что превратился War of the Races. Терпишь час, потом прорываешься с катапультами и титаном как-то. А, я пока, блин, отвлекся, мне Трал титана убил. Ну, что такое? Да. Жесткое. Блин, Трал как-то даже вышел с базы. А ты, надо было заспавнивать юнитов просто из этого, из барака Shadow. Да я понял, у меня там герой делался. Я не там героя просто начал делать. Так у тебя три барака. Я же говорю, не там героя начал. Я делал, я вызывал из других бараков, вызвал. Давайте, ладно. Ща, может, что-нибудь получится у нас. Блин, я сейчас сам сдохну. А, у него еще и стан какой-то. На. Лол. Ну реально, походу, вот сейчас такой стандарт игры в эту карту, конечно. Не супер весело, прямо скажем. Да, скучное дерьмо. Ну, типа, вот, чисто на один пробив. Ну, видимо, блин, даже инком как-то не спасает. То, вот, честно говоря, не понимаю, в чем проблема с золотом. То ли вот реально то, что у них героев не было. Мы тратились там на сапоги какие-то. Но это тоже такие траты смешные. Ну и, кстати, видимо, мамонтов нельзя брать. Ближников вместо катапульт. Ну да, катапульты жесткие тут очень. Ну, по сути, у меня все равно урона у катапульт не было много. Вот, типа 300 максимум. Почему? Ну, потому что вот у моих мамонтов тоже 300 урона. А ты сделал грейды? Ну да. 2500 стоит, чувак. У меня какой-то титан еще ущербный. Ну какой-то вейв или чего. Тебя сейчас буду сносить там. Ну я и титана сделал. Химин здание, кстати, еще. О, что-то титан вообще так ложится под орками. Интересно. Ну да, получается, мне, честно говоря, сложно играть в таких картах, где ты типа час ничего не делаешь, а потом резко надо прорваться. За этот час мне становится скучно, я теряю бдительность. Но надо реально было, получается, пытаться через мортирную башню как-то их пробить в мидгейме. Ну тоже непонятно, это очень лыново. Я думал, что нашего финансового преимущества хватит. Но получается, вот во многих, ну, часто в картах игры становятся скучными из-за того, что нет смысла контролить карту. Какие-нибудь ключевые точки и так далее. Ты просто терпишь и терпишь. Поэтому в карты добавляют, типа, важность ключевых точек. Мы вот всю игру контролили карту. Мы скоро закончим уже. Но это не дает особо преимущества, получается, в борьбе. Что за шторм прогоняет? Ну, то есть, да, контроль карты не дает преимущества на карте. Так себе. Ну, титан еще жив, как-то телега едет. Ну, конечно, в такой игре, где герои вообще не бегают. Вадим, меня, в принципе, пропушили. Мы можем попробовать застрелить сейчас с бараком. Давай. Если вдруг я дойду каким-то чудом. А, они вызвали титана. Ну все, да, титаны бегают. Блин, чувак убежал. Стой. Ну они не юзают стомп, им вообще пофиг. Стомп не юзают. Ну я стараюсь, чтобы у меня титан жил. Я бегаю от катапульт. Просто не даю им атаковать нормально. Да ё-моё, нет. Да, меня уже убили титана, все. Очень жаль. А мы там ничего не взорвали. Блин, офигеть, смотрите, сколько они катапульт наспавнили к титану. Я сейчас, короче, попытаюсь. Ну, у них, наверное, есть, конечно, отбивание какое-нибудь. Но я заспавнил миллион катапульт. 3500 мне надо голды на следующего титана, да? Ясно. ТЦ можно писать, посмотреть, сколько стоит. Блин, у меня сейчас титан все еще жив. У моего противника титан первого левела. Может, как-то пропушим. Но они просто взрыв сделают, правда, и все убьют. У него супер сильно накопилась там какая-то обилка орков, которая Локтар Угар как раз вот это.
Так хорошо, она дает ему просто хп. Без понятия, что она дает ему. Он написал. Просто хп, кучу хп, значит, она ему уже дала. Давай сравним. Она дает хп или что? Конечно. Ну да. Ха, лол. Он же такой, типа, 1000 луктар угара и шоки. Не, ну, есть. Конечно, еще штука, которая стакается всю игру, точно не повышает темп игры. Так. Не, ну реально, просто что... получается, надо больше делать бонуса за контроль центра. Тогда все будет... Ой, блин, мне титана убили. Типа это фигня, да. Смысл целый час. Они реально просто очень много времени сидели и ждали. Класс. Блин, меня убивают. Это же скучно. Ой, найс, Трал испугался, и я, походу, выжил. Или не выжил. Блин, яд же добивает. Яд вообще какой-то бешеный. Трал вообще бегал вокруг, ничего не сделал. И все равно я сдох. Видимо, мне нужна помощь, ребятки. Я не могу, я сдох. О, тут Антошка пришел. Антошка. Давайте, ребята, вырубайте все. Уж надо было милишников каких-нибудь еще выслать. Да, но титан сдох и все. Сейчас, получается, мои катапульты, боюсь. Зачем я делаю грейды? Мне же надо титана копить. Ой, ошибка. Давайте это. Идеально, у него у грантов плюс 700 хп. И хедхантеров от нормального. У каждого. Прикольно. Big boys. Учитывая, что здесь пропушить мидгейме практически нереально. Фотки. Не, ну титана я не вызову, да? Но если я стомб сделаю, то может я тогда титана вызову. Ну что, у кекса фулмана? У вас-то вообще близко к фулмане. Я вообще к базе не подходили ни разу. Интересно. Стопать? Хорошо живешь, нет, рано еще. Я стоп. Да зачем? А? Зачем ты стопнул? Потому что у меня маны было дофига. Я бы ее не потратил. Ну, сори. Блин, титан вообще в прошлый раз не застанился почему-то. Вообще вот это мне непонятно. Чувак еще нас троллит, блин. Да не троллит. Хорошо, он просто сказал. О, найс. Ты как-то близко воспринимаешь просто это. Блин, не работает. Не, ну просто что, неприятно, что так сделали, что это? Лол, лол. Я not robot. Bad. Да, денег не маем. С герой. Так, кажется, минус бараки все будут у меня сейчас. Нет, живи. Стомпить. А я же не могу тебе станом, да? Я могу стомпнуть, кстати. Не надо, погоди. Нормально, нормально. Мы должны отбиться сейчас. И почему скучно? Да, ну, как мне кажется, я, конечно, не автор карт, но как мне кажется, надо просто, чтобы игра была веселее, надо давать какое-то преимущество за контроль линии. Иначе, ну, чтобы люди сражались за контроль линии. Здесь просто люди нам отдали все три линии, и ничего плохого для них нет. Типа, и так норм. Это мой last push, я абсолютно всех крипов заслал. Даже героя не резал. Фига. Ну, потому что иначе бы они не сломали бы что-нибудь. Так, надо троллить катапульты. Не, ну реально, блин, первый раз чего в чертовой жизни, блин, взял херокиллера. Так бесполезно. Уа! Нет, только не меня. Че, где там мой герой? Лерой Дженкинс. Герой Дженкинс. О, нормально, тролли помогают. Ну сейчас я запушу что-то там. Но они отбиваются, конечно. Сейчас просто стоя на базе, обнимая башни, блин. О, Антонидас. Да, иногда он встречается. Ой, блин, ко мне волчара бежит, кстати, забавно. Ну, а вот это такое.
Я думаю, попытаться мне титаны прямо сейчас кинуть. Ой, они, кстати, вот тут вот двое, если что. Они сейчас будут пытаться меня убить. Да блин, беги, беги. Да блин, я должен под инвизом быть быстрее. Ты быстрее? Да, все, я убежал. Ура. Ну сейчас, блин, он ко мне на линию придет, будет мне мешать. У меня тут килограмм дирижаблей, я надеюсь, авиация, что-нибудь тут это. А ты съел вот этого волчару, пришел? Ну, он второго левела, да? У него второго левела, а у меня миллион юнитов. Но правда, у них сейчас там герои есть, блин. Че, катапульты, кстати? Нет. Че, катапульты? Да, они просто катапульты. Алло, ребят, я тультуем, нет? Тультуем? Ультуем? Я ультанул, ладно. Я ультанул, я успел. А че ты молчал? Блин, так в смысле, они только дотянулись? А че так долго ультали эти, я понять не могу, они уже отхилились? Да я просто ультуем, я как-то вообще о другом думал, если честно. Блин, сейчас бы героя убить им. Они похилились, да, очень жаль. Или почему так долго ульта летит, или что? Ты, может, не ультанул? Ультанул я, у меня потратилась мана и КД. Видимо, они похилиться успели, хотя там мало хп было. Два хила должно было хватить даже. В принципе, видите, все-таки смогли мы пострелять по ним. Ну хорошо. У меня сейчас идет. Правда, у меня все юниты сдохли. У меня идет фул хпшный титан, а у противника слабый титан на моей линии. У меня стомп еще есть, да? Есть. Но с каждым разом. Я ворвался в этого, в трала. А, инкрисас. Опс. Ну я трала убил, не знаю. Может сейчас запушим их? Есть что на моей линии там что-нибудь там. Короче, я коплю деньги на титана. Буду стомпать. Давай. На моей линии, если что, сейчас будет атака. Нифига у тебя там мясо. Ну, а я не смогу ультануть, ребят. Готовься ультовать, слышь? Вот сюда. Я готов. Да-да, если что. Просто вероятно, что... Блин, у них опять титан, но он бомжовый. Ну, если сейчас успеет вторая волна под... Не, не успеет. Они спамят юнитов безумно. Сейчас, надеюсь, мой титан 24 левела, фулл хп что-то там сделает, но походу безумно нет. Безумно можно быть первым. Да можно, понимаешь, ради меня? Нужно. Я не понимаю, как они так разносят моего титана? Не знаю. Вот я тоже не знаю. А, титана сразу убили, да? Этого, по идее, героя я чуваку убил на этой линии. Титан у меня выше был на 15 левелов. Короче, Кекс, там понимаешь, когда они прям близко-близко будут, окей? Окей. Я вызываю титана, и потом юнитов буду вызывать. Главное, они когда близко-близко, они же атакуют жестко. Я успею титана поставить, чтобы они на него загрелись. Когда сейчас они ставлю титана. Они атакуют жестко-жестко. Русский язык. Да. Давай. Сейчас там. А, уже сейчас? Да. Ну, они же подошли. До половины не дотянулось, понятно. Ладно, надо срочно ломать вот эти, которые здесь есть. Ой, молодец, титан мой, что он эти катапульты ломал. А, как больно, мама! Ой, по тебе титан ударил? Нет, по мне катапульты смальнули. Меня этот, помоги. Я помогаю. А кто просит помощи? Я его за этот. Убегай, ты что стоишь-то? У меня не уяс, если что. О, у него мана кончилась. Ну да. Блин, это хорошо, но в смысле, что он под мана щитом был все это время. Почему мне титана так ломают? Я катапульты качу. Так, я тогда, наверное, титана строю. Ехал титан на тележке. Раздавал всем орешки, надеюсь. Да что с этими катапультами не переагриваются? Они прям реально моего титана фокусят, гады. Убьем под фонтаном. Ёшкин кот! Что за крипы к чертовой бабушке? Да. Я не понимаю, почему мой титан разваливается под моей базой и под моими юнитами. Это просто жесть какая-то. Ну, орки, видите, стакаются, то есть их просто если вначале не убил, то шансов нет, походу. У меня титан сдох вместе с вражеским титаном практически. Ну это что за дичь вообще? Я не верю в чудеса. Да, серьезно? Ну как? Как? Это бред. О, рудник наш. Yeah. Халява. Че, мой титан сдох? Да че тут ты... Я не знаю уже, что делать. Но он выше левелом, скажите это. Не, ну орки какие-то вообще сломанные, я не знаю, что.
У меня грейды что? Ну ладно, у меня нет 9 грейда на армор. Хорошо. Вот, у них вот жизни растут и растут. Просто жесть. Я понимаю, я не прав. Вот я не сделал 9 грейд на армор. А как? Что как? А что ты не делаешь? А вот так, вот такой вот бунт у меня подростковый. Поздновато, конечно, для подросткового бунта, но тем не менее. Да. Лет так на 20. Давай с катапультами сражайся. Ко мне не веди. О, катапульт приехал. О, рудник наш. Найс. На, катапульта. Оть. Оть. А, блин, нельзя к ним вплотную, получается, подходить, потому что ты не увернешься. Короче, я сейчас пойду к отрядам сзади, которые сейчас резнутся, ускорю их. Потом, когда подойду к их бараку, накину армор. Я купил свиток армора. Может, так сможем? О, шо? Меня сломаете? Дима укусили. А Вадима убили, да? Да, 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 блин, писец какой. У нас барак. Да жопа, если честно. А ты внимателен. Да я видел, да, но я с катапульты дрался. Да понятно. Ну, получается, реально, херокиллеры вообще не вариант. Нужны ауе-киллеры. Все, ускорение кидаю на юнитов, бегу с юнитами со своими в центр. Давайте попробуем хотя бы одну базу им сломать. А, блин, там с центра пришли и задефали. Все мои катапульты убили. Класс. Меня тоже сейчас на центр. А где он? Вон он, вон он, я сейчас с него ворвусь. Без шансов. Очень жаль. Давай, алгаси его. Он сейчас к юнитам подойдет. А он тебя будет бить сейчас, братку. Но он убегает, блин, паразит. Я даже бегу. Цикливый. Не, на ускорение, типа. Аккуратно. Офиг, гаси его. Вадим, мы должны убить его. Yes. А, меня станет обычные чертовы. Да-да-да-да-да. Обычные юниты. Стомпать будешь или у тебя нет стомпа? А, ты тоже сдох, есть, что ли? Окей. Сейчас я юнитов. Ай, яд, блин, убил меня. Да, помянем. А, блин. У нас проблемы. Там титан. Вызывай юнитов. У тебя денег много. Вызови своего титана. Вызывай титана своего. Чтобы опыт получить за него. Здорово, Кексон пишет тебе. Ой, мы уйдем, у тебя 8 левел титан. Помянем. Не, он, кстати, более-менее сильный. Сильный, но маловато левел, реально. Юниты со станом. Юниты с ядом, который убивает. О, я это убил. Лол, мой титан. Ой, там, с двух ударов убил титан разного героя. Есть жопа просто, там еще один. Умолчал. Он что, тебя узнал, что ли? Я понять не могу. Видишь, он твоего титана тоже разнес просто. Ну, так. Да. Это все потому, что я не знаю почему. Блин, у меня у милишника 600 хп, у орка 1800. Я вижу небольшую несправедливость. Они сам... Ой, мне базу ломают, помянем. Жижи. Все, я готов сдаться, мне надоела эта игра, если честно. Как там? Все, мы проиграли. Я уже сдох. Surrender. Его комментарий, конечно, хороший. Все, я ливаю. Да блин, я не... Блин, в карте, где ты играешь, час, где инком окупается за 20-25 минут, делать стакание юнитов, чтобы у них было в 3 раза больше хп, чем у тебя, это что-то, конечно, Я делаю рейд 9, и это нас спасет. Я уверен на 100%. Нет. Блин, тут еще сдвоенные юниты, я не понимаю, вот юнитов убито. Например, у меня получается 1300 плюс 145. А у моего противника... Кто мой противник был? Синий, по-моему, да? У синего... Получается, что у них были более слабые бараки. Хотя мы смотрели, вроде у них нормальные бараки. Кто-нибудь понимает, почему у них сильно больше юнитов убито? Если у них тоже были загрейженные бараки. Я вот не понимаю, если честно. Получается кекс 322 плюс 1400. А кто кекс твой противник был? Фиолетовый? Нет, твой был синий. Орк. Кекса. А, кекса фиолетовый. 1500 плюс 365. У них больше юнитов убито, получается. То есть, получается, все-таки они меньше... Хотя бараки не фармили, типа, сильно грейдили. Они быстрее нас...
Получается меньше. У моего противника 3 пятых барака было, когда у меня 3 третьих. Все, а почему у них тогда юнитов больше убито? Без понятия. Без понятия. Они тоже спавнили много. Но я явно там 600 юнитов, 500 не заспавнил. Ну, вывод какой, блин? Вот в таких картах... Фигня вообще, вообще во всех картах, где есть более-менее защищенная база, нужно не давать сидеть на базе, а заставлять людей контролировать карту. Иначе карта превращается вот в такую скукотищу. Но, видимо, вот автор карты ее ведет в эту сторону. Раньше как-то было поэкшоновее. Сейчас да. Просто жесть какая-то. Ты сидишь, просто стакаешь своих орков, у тебя в 3 раза больше хп. Пробить вначале практически нереально, практически. Ты делаешь просто 2 грейда на хп за 1000 голды, и просто у тебя здание вне действия ультов 3 игроков, как бы. Просто сидишь, сидишь. Это все равно, что survival без ульты тоже. Сидишь, 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 сидишь. Потом одной стратегией пробиваешь. Но я, честно говоря, не очень вообще понимаю этот смысл игры в том, что ты час сначала ничего не делаешь, потом делаешь отточенную стратегию и типа побеждаешь. Зачем этот час был в начале? Ну, понятно. Ладно, напишите в комментах, может, какие-то у вас есть идеи. А я скажу всем пока.